В Центре содействия семейному воспитанию прошел праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодная традиционная встреча приурочена ко Дню Победы. Специально для гостей ребята подготовили театрализованные номера. На импровизированной сцене бесстрашные матросы, солдаты и ребята, которых война застала на пороге взрослой жизни. Хоть бы крошечку где отыскать, голодные страшно мне идти в кровать. А разве я их не хочу? Хочу, но все равно молчу. И там, где папа нас сейчас, потяжелее, чем у нас. В небольшом зале полный аншлаг. Николай Федорович Король уже третий раз приходит на концерт в Центр содействия семейному воспитанию, чтобы поделиться воспоминаниями, как в годы войны мальчишки и девчонки помогали партизанам, подпольщикам и сами участвовали в боевых действиях. Быть верным и честно вести себя – это непростое дело. Вот. И ребята наши, на то, что мы рассчитываем на будущее, должны знать об этом. И должны знать и нести это в таком виде, который дается именно от нас, тех, кто прошел все испытания жизни. Пусть ярость благородная. See you, bye.